такой еще. Ага. Вот я же ничего не запомнила, так надо еще делать. Ну, ты же, кстати, сам не последний где-то. Кто-то что? Кто закрыл солнышко? Камера закрыла солнышко. Ну, вот эта куча, да, мала была. Что написали? Ничего. Лена, как ты без себя? Лена, как это у тебя работает? Что работает? Давление. Ноги. Не давление, а пульс. Ну, пульс. Юль, спросила у меня вот здесь, если бы я знала, я бы тебе ответила, если бы я знала. Уникальный организм у человека просто. Ленка классная вообще. Вчера у нее техника пьяного человека была. Ты не видела? Да, хотела пробить. Да. Ее техника просто не для этой планеты, не для этой суперлиги. Да, Лен? Ты выше этого. Я хотела, причем мне дала Кристина, я хотела вторым, хорошо себя убрала и пробить. Ага. И в итоге опозорилась на всю Сербию. На всю страну. Да, док? На всю Европу. Знаешь что? Да, скажи, ты правда. Ты себя немножко недооцениваешь. Нет, нет. Док? Это реально. Да? Просто тебе еще чуть повзрослеть, я так думаю. Док плохого не скажет, согласна с вами. Ну, ей такого не говорите, она приедет с ноги, дверь будет открывать. Нет, почему? Она спокойна. Ага. На базу такая. Они-то полезны, да, так со стороны посмотреть такие? Я и так полгода смотрела. Понятно. Полгода пользы, да? Знаешь, иногда, когда со стороны футбол смотришь, немножко по-другому начинаешь некоторые вещи видеть, не в каком поле, когда возвращаешься. Если ты и так видела, я думаю, еще лучше знаешь. Подошли, девочки. Своих подвести, будучи каждая достаточно. Вроде бы говорили о прессинге, говорили об активном начале, а вдруг прессинга нет. И длинные такие, со сменой направления, веером, шестерочкой. Пройдем 8 отрезков. Вот. Нет. Ну. Ах, потому что ты смотришь. Есть. Хорош. Удержать, да. Это бильярдная. Ювелирная. Хорошо, хорошо, ничего, хорошая попытка. Это я. Юлька много меня тренировала. Да. Да, чуть-чуть открыла, да? Ну так, середина. Ничего, Тань, хорошо. Она, мне кажется, заранее сделала. Готово? Хорош, Тань, хорошо. Ой-ой-ой-ой! Это надо... Давай, хорош! Попасть могу к ней? Да, все хорошо, кроме того, что мячей не хватает. А вот мячи еще. А напиток есть еще? Смотри, какой просишь. Безалкогольный. Покрепче, покороче. Так проще, так легче. А дальше? Что за день? Что за? Ну-ка, держи. Посмотри. Выпьем за любовь. Выпьем за любовь. Пошла. Чаек тоже можно? А, все. За любовь. Кристину не видела. Похоже. Сегодня без меня. Ну честно, сегодня. Это не я была. Что это я. И с этой стороны ее, и с этой. Ничего себе. Елена. Вот так популярность пришла. Елена, что стоило это всего чемпионом России стать. И все, посмотрите, с двух камер ее, с двух камер. Видишь, оттуда, отсюда. Умное лицо сделали. Лен, ну-ка скажи, кто лучше всех шутит в мире? Екатерина Потюхина. Молодец. Пех. Молодец. Пе-17. Как ты мне вчера. Это место такое воздействие. Запрещенка. Побольше. Кстати, митинг дают очень красивый. Просто пуська такая. Чего 40? Какой 20 минут там ехать? Это Сергеевич. А ты кто тебе сказал? Мне Мишка сказал. Вот и проверим, кто прав. Я чуть не готова к 30-40 минут ехать. Мальчик, спокойно ехать. 40 минут. А -а -а. 10 дней. Хорошо, ладно. Ладно, ладно. Или ты можешь просто поехать со мной. Я серьезно. Кстати, по-моему, если стали лететь вообще от Барнаула, это близко. Вот я Сибири летят прям вообще 5 часов. 4 даже. Это мы будем брать с Барнаула? Нет, конечно. Съездите в гости, покушать, ладно, и поедете. Кстати, в Куре отъедет против. Видишь, да? Какая я... На несколько дней а потом, раз. Хорошо, тогда потом в Сочи и в казино, и на Красную Поляну, в Порту. И все. И просто приезжаешь в Москву без денег. Потому что все оставил в казино, да? Ну нет, ну я реально говорю, так можно делать. Кстати, ну можно.